Президент Садыр Джапаров в городе Дубай выступил на сегменте высокого уровня 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата. В своем выступлении глава государства выразил надежду, что на саммите будут не только обозначены проблемы, но и приняты решения, которые должны быть реализованы без промедления. Мы не можем допустить, чтобы после наших встреч ничего не менялось и дела шли как обычно. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы это благоприятно отразилось на жизни наших будущих поколений. По оценкам экспертов, наблюдается резкое повышение температуры в Кыргызстане, как и в Центральной Азии в целом, чем в среднем на планете. Изменение климата уже привело к интенсивному таянию ледников и сокращению площади оледенения, резкому увеличению периодов засухи и маловодья, к ухудшению здоровья людей, а также ко все большему числу стихийных бедствий. Это очень негативно повлияло и влияет на ключевые сектора экономики, прежде всего на энергетику и сельское хозяйство. Ущерб от прямых и косвенных потерь увеличивается с каждым годом.